Вкладчик в начале года взял 20% своего вклада. В конце года после начисления процентов весь вклад составлял 1008 рублей. Банк начисляет ежегодно 5% от суммы вклада, каков был первоначальный вклад. Для начала запишем наши условия. Пусть X – это начальная сумма вклада. Наш вкладчик в начале года забрал 20% своего вклада. Найдем эти 20%. Нам нужно x разделить на 100% и умножить на 20%. Чтобы найти, сколько составляет 20%. Сократим, получается 0,2x. Найдем сумму, которая осталась в банке. То есть x минус ту сумму, которую он забрал. 0,2x. Это будет 0,8x. В конце года банк начисляет 5%. Найдем сумму, которую он начислит. Для этого нам надо 0,8x, это та сумма, которая находится в банке, разделить на 100% и умножить на 5%. Получается, после сокращения получается 0,05 умножить на 0,8x. Тогда у вкладчика на счету будет та сумма, которая была до начисления, это 0,8x, плюс та сумма, которую начислил банк, это 0,05. Умноженное на 0,8x. В результате у вкладчика на счету было 1008 рублей. Вынесем общий множитель слева. 0,8x. Тогда у нас получается 0,8x умножить на скобку 1 плюс 0,05. Равняется 1008. Выразим отсюда x. X равняется 1008, деленное на 0,8, умноженное на скобку 1 плюс 0,05. Посчитаем. В результате получается x равняется 1200 рублей. Запишем ответ. Первоначальная сумма вклада равна 1200 рублей. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.